Российское государство сегодня – это такая диполия Путина и Кадырова. Чечня, разумеется, не является частью Российской Федерации. Чечня, Путин, проиграв войну в Чечне, заключил с ней мир, условия которого демонстрация, полное сохранение военной структуры Кадырова, демонстрации внешней лояльности Путина, ну, в частности, даже в такой далеко идущей форме, как участие путинской агрессии в Украине, а за это он платит ему громадную дань, как еще Древняя Русь, она же веками платила таким ханам дань, но это ничего нового нет. Громадную дань платят, на этом все держится. И вот эта конструкция нам вызывает громадное напряжение внутри российской политической верхушки. Ведь не секрет, что все силовики ненавидят Кадырова.